Всем привет, мои дружочки-пирожочки. Черная пятница, слилась Черная пятница, про нее даже никто особо и не вспомнил. Ведь Черная пятница в России — это когда товар стоил 100 тысяч рублей, а в Черную пятницу он стоит 120 тысяч, с перечеркнутым ценником в 150. Да и время из-за этой пандемии такое, что всем по барабану на эту пятницу, учитывая, что денег и так нет. А впереди еще Новый год. Это подарки всем покупать. В общем, тотальный пиздец. Ну да ладно. Видос вообще о дополнительных скидках, которые роки решили жадно оформить исключительно с 26 по 29 ноября. То есть у нас есть только выходные, чтобы слить бабки. А вот собственно на что будут отдельные скидки эти дни. 40% скидка на суперяхту. Я еще удивился, что роки сделали бонусы за миссии на суперяхту, а скидку как бы не завезли. Вообще такая скидка — это плевок. Могли бы сделать и 80%. Не факт, что многие бы побежали покупать, а тут какие-то 40%. Но спасибо хоть на том, что скидка эта распространяется также и на все модификации этой суперяхты. Также 40% скидка на Карим Калика GTF. Вот роки-пидорюги, и тут зажали. Всего лишь 40%. Какая-то у вас не черная скидка, а радужная. По шакальным скидкам в 40% все. Теперь скидка в 50%. Звучит уже не так плохо, учитывая, на что именно эти скидки. X80 Proto, если честно, такой себе суперкар, но за полцены сойдет. Хотя я даже бы не парился выбивать его с колеса в казике, не говоря уже про 50% скидку. А вот Авенгер с 50% скидкой — это вещь, только вещь забытая. Да и все модификации к этому летающему центру придется покупать за full прайс. Алконост за половину стоимости. Взять, конечно, можно. Только зачем? Занимает этот самолет буквально весь ангар. Приземлиться в центре Лос-Сантоса, чтобы купить себе пивка, не получится. Да и летать на этом придется очень высоко, чтобы никто не видел, хер знает, но скидка есть. Триадор. А вот тут я всем настоятельно рекомендую прикупить данный аппарат. Самый большой плюс этого автомобиля — его держак. Его вообще не заносит, даже если ты включаешь ускоритель и поворачиваешь, а ускоритель тут есть, как и вооружение, как и способность плавать под водой, пускай и торпеды. В общем, бричка многофункциональная. Скрамджет, типа тоже супербыстрый автомобиль с бустом скорости и способностью подпрыгивать, но эта тачка чисто для фана, чтобы подпрыгнуть на небоскреб и въебать ускоритель. А Prisor Mark II, ну тут можно, конечно, обойтись без комментариев, но не забывайте, что купить его мало. Нужно еще купить Terror Bike, чтобы можно было затюнинговать Prisor там и купить самонаводящиеся ракеты. Ну а чтобы купить Terror Bike, нужен ночной клуб. Так что цепочка тут достаточно длинная. Но можно отдельно прикупить Prisor и использовать его только как мобильный летающий мотоцикл. Делюксе — одна из моих любимых бричек. И не потому, что на ней можно летать и пускать ракеты, а просто потому, что выглядит она заебато. На ней в кайф кататься просто так, не используя ракеты и способность летать. Стромберг. По сути, если у вас уже есть Ториадор, то покупать эту бричку бессмысленно. Функционала тут меньше, но внешка может решить. Поэтому думайте сами, решайте сами. А Prisor первый. Если второй умеет летать, то первый только подпрыгивать. Утратил свою суперсилу сразу после выхода второго. Но чтобы на нем воевать, нужна хоть какая-то сноровка. А это добавляет азарта при стычке с другими игроками. Ну и самая бессмысленная и дорогая покупка — Luxor Deluxe. 5 лямов за место 10. Но если вам нужен самолет, вот прям горит, то возьмите лучше обычную версию Luxor. Всего лишь 812 с половиной тысяч. Это все по дополнительным скидкам, которые будут действовать только с 26 по 29 ноября. Ну и не забываем про то, что сейчас на Каоперика можно выбить Пантеру, правда только один раз. Но вскоре на канале появятся видосы с Павликом и Стука, где каждый выберет свой путь и соответственно количество денег после ограбления. А на этом все, мои дружочки-пирожочки. Всем ББ, всем ГГ.